книжечка. Ты просто скажи, не тяни за собой, чтобы не упал, сделал страховку и все. До конца, до конца. Вот а. Все, 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 ребят, закончили, не надо. Один научится бороться, вот тогда будем кричать. Когда команда на команду, а сейчас не надо заводить. Что не помылся? Ну. Завтра, да, в принципе, они. Ну, можно и побороться будет это, да. Две вещи. Во-первых, он должен широко ноги держать, ты локоть должен держать. И оно как бы чебуняцко должно быть такое, понимаешь? А так он на плечо немножко падает. Вот напомни мне, я тебе покажу. Да-да-да, до конца. Только шею надо было. Гиту было. Это не гиту. Или были брыву сверху. Макс, смотри. Мате, мате. Стоп, 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 сидите. Заправились. Не уходим, не уходим, стоим. Вы все перешли туда. Вы все туда перешли. Те, кто боролся, ушли сюда. Вот здесь заправляйтесь, но не садитесь. Так. Вот вдвоем. Не забудьте, да, броски на голову, на руки, прыгать сверху на соперника. Устал очень сильно, чувствуешь очень плохо. Подними руку, я подойду. И не делайте сложные броски в конце. В конце схватки сложных бросков не делай. Джи! Оп, оп, стоп, стоп.
Макс, ты же видишь рука, возьми, останови человека. Я вышел. Так, нос поднял. Уважай соперника, уважай, уважай. Плохой, слабый. Никакой, уважай. Бросишь, а потом расслабляйся. Вот, да. Только не... чтобы на колено, чуть ниже колена ставь ногу. На него не падай, Макс, на него не падай. Вот здесь кувырок нужно делать. Просто ты на грудь падаешь, травмируешь ему это самое. Видишь как, смотри как он встает. То есть это на соревнованиях нормально, на соревнованиях супер будет. А на тренировке старайся не на него падать, а через него. Оп, держи, держи его. Есть, молодцы пацаны. А если пацанов не было? Ай, боец, браво. Вини до конца, вот так умница. Денис, взял за пояс, упал, чуть уже второй раз, чуть. Значит, пояс не давай сверху. Оп, кот, цени кот, цени, мы немножко отпустил. Нормально, но. Yes, отлично, умница, Вини. Макс, вот эти вот движения, резко рука остается, он нужно отпустить, а он держит. Могут пальцы полететь, я тебя прошу, хорошо? Это хорошая вещь, хорошая. Хорошо рука там выключается. Локоть. Выключать локоть. Здесь смотри, Денис, смотри, стоп. Денис, захват изнутри шина. Здесь нельзя держать. Или здесь, так и в палец, так нельзя. Руки не сработали, а ногой пошел, а ручки остались. Соромате. Не уходим. Ну, заправились. Стоим. Денис, там же. Заправились. Сидели кимоно и остаешься. Можно я себе? Нет.
Так, прокат. Вы звоните. Пока Максим, ты пока отвлекаешь. Я хочу сюда. Следующий, да. Нет, сюда. Так. Куда хочешь? А, то есть ты? Кто будешь? Кто куда хочешь? Давай. Вот, золото и боевое. Ага. Значит, это будет сюда. Так. Аккуратно. Аккуратно. Нет, нет, чужое. Ребята, если я увижу, кто-то из вас дает кимоно, сразу снимаю пояс, будут бить. Это гигиена первая. Вдруг уноситесь. Все. Твои дети будут болеть. А может у него, посмотри, она же это самое, мокрая все, да? Может у него прыщи на спине. Значит, у вас тоже будут прыщи. Кто сами поменяет? Носками меняет, жвачкой. Шарфовал, да, другу. Ваня, ты что, блин? Ну так что, блин, поэтому я свое кимоно надо иметь. Извини. Хорошо, я тебе куплю, когда ты день рождения? 5 июля. Когда? 5 июля. 5 июля. Вот я тебе подарю. Ваня, ты сейчас поднервничал, он пошел к тебе. Пожалуйста, аккуратно. Ты бьешь, броски, значит, ты просто бросаешь, отпускаешь, это же мечи. Трен, Аджи. Походите немножко, подергайте его, не спешите делать бросок. Посмотрите, как он стоит, что он хорошо, что плохо у него. А потом делайте бросок. Где стоп? Будьте стоп. Пока ты идешь потихонечку, потихонечку. Ванюша, а не можешь уйти? 3 секунды подъема, скажи ему. На партнера не падать. Умница, все хорошо. В схватке, если ты сделаешь Ване так, своим друзьям нет проблем. И дальше кувырок через него. И через него кувырок. Вот. Значит, надо бросок с кувырком и страховочку. А Веня, вот посмотри. Видишь, смотри. Веня, вон. Уно, дой. И Федор Шерепер. Третий. Опа, блядь! Полки твой городовой, блин. Я что сказал, колен не делай, они не знают. Я их в среду научу. А это?
Хорошо, молодец, но ему пока не делай. Я уже сегодня дал. Вот. Вот, видишь как? Он упал, страховка, все есть. Ты остался, красавец. Оп! Ноги должен, ты ему должен ноги широко, потом дернуть, чтобы у него голова была внизу. Вот, Ваня, будешь так делать, а слова не скажи. Дверь закрой, Влад, дверь прикрой. Ой-ой-ой, не давай поднимать. Заднюю сделай, залезь на заднюю. Тебе не страшно падать? Туловище. О, красавец. Все, Ромате. Заправились. Не уходим с ковра. До свидания. Веня, в эту сторону выходишь. Там немножечко. Там. Заправились. Так. Все, уже с колен можно делать. Еще бросок захватом за ноги в самом начале. Еще раз. У нас октябрь. Потому что сейчас Денис. Тебя почти нет, например. А там просто так нельзя. Там вот так с той подготовкой поешь, я болтну в ковер. Я работаю. Так ты скажи мне, приди, скажи, Анатолич, я работаю. Я лучше сделаю здесь местные соревнования, ты побоишься. Чем поехать туда, там ребята, призеры Европы, мира по самбо, чемпионы республики, там возьмут, дадут долбану, плечо полетит, уже и работать не будет. Стоп, подожди.